Сотрудниками госавтоинспекции за минувшие выходные задержано 11 водителей, которые управляли транспортными средствами с признаками опьянения. Из них 7 водителей находились за рулем нетрезвыми, 4 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также особое внимание уделялось нарушениям правил дорожного движения водителями двухколесного транспорта. По итогам рейда пресечено 34 нарушения водителями мотоциклов и мопедов. 6 мотоциклов эвакуировано на специализированную стоянку.